По предварительным данным, в результате двух взрывов в московском метро погибли 37 человек. Такие данные сообщил генпрокурор Юрий Чайка несколько минут назад президенту. Первый взрыв произошел около 8 часов утра на станции Лубянка. Взрывное устройство сработало во втором вагоне поезда, когда он стоял на перроне. Буквально через полчаса, 8:39, произошел второй взрыв на станции Парк культуры. Источник в ФСБ сообщил журналистам, что взрывы похожи на спланированную террористическую атаку. Прокурор Москвы Юрий Семин заявил и Тартас, что взрывы произошли по одной схеме. Мощность взрывных устройств оценивается в 3 килограмма в тротиловом эквиваленте. Семин не исключил, что бомбы были закреплены на телах людей, то есть сработали террористы-смертники. Источник правоохранительных органов сообщил Интерфаксу, что по предварительной информации оба теракта совершили женщины-смертницы. Уже обнаружили остатки их тел. Напомню, последний взрыв в московском метро был в августе 2004-го на станции Рижская. Тогда погибли 10 человек.